Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Сметник. Мы продолжаем проходить мод под названием Neighbor House. Вы не представляете, сколько времени я выкладывал предыдущие два ролика. Там по-любому какие-то косяки со звуком, я даже это не слышал, что там происходит. Просто прилетели авторские права, причем были на звук, когда тебя догоняет сосед, что вообще очень-очень плохо. Я даже не знаю, что там творится, ну, как-то не хотелось выкидывать где-то час контента, и мне прям интересно, что там все-таки произошло. Вот, кстати, это самая музыка, на которую прилетели, ребят. Поэтому мы продолжаем вместе с вами проходить. Вы, конечно, ставите свои лайки. Я решил сразу тем, кто пропустил, либо посоветую посмотреть те ролики, либо сейчас увидеть, что у нас тут произошло в мультиках. В этих катсценах прекрасных. Когда мы начинаем заходить в подвальчик Василича. Все, Василич вырубил нас, видимо, лопатой по голове, и все, и мы легли поспать. Василич! Василич, ты что делаешь? Василич, ты зачем мой дом взорвал? Нифига себе, ты новую штуку себе отстроил? Генератор новый? И стоит, смотрит, как у меня домик горит, да, ты только посмотри на него. Вздыхает еще, что вздыхать-то, новый строить будешь? Куда, не надо, куда вы меня забрали, куда вы меня тащите? Часики закрутились, это значит, что лайки намутились. Кто понял, что произошло у нас в катсцене, напишите об этом, пожалуйста. То есть вот у нас теперь новый главный герой. Почему-то он просыпается уже... ну, Ника Рота туда затянула. Но почему у нас главный герой просыпается, вот так все у нас выглядит, для меня остается, видимо, какой-то загадкой. Ну ладно, ребят, поехали. Так, я не понял, что за другой голос опять общался вместо меня? Как это вообще происходит? Есть какие-то голоса в моей голове. Только глянь, только посмотри, зачем я приехал в дом, в который я даже зайти не могу. Пойду, прогуляюсь. Ты смотри-ка, перекопали все. Ну а что, отопительный сезон скоро, вот, наверное, берут, отрубают потихонечку. Здравствуйте, как у вас здесь дела? Нормально здесь стоится все, нет? Вы вообще меня видите? Нет, почему вы даже не шевелитесь? Странные какие-то люди в этом городке. Вот ты приезжай в другие города, ходишь здесь, значит, стоят даже не здороваются. Что это за ямы здесь вообще такие? Откуда они взялись и зачем? Не совсем понятно. О, здравствуйте, у вас... Подождите, у вас убило кого-то? С ледяной глыбой? Так вы не плачьте, вы не плачьте. Это реально, это что за Весельград? Плачет, стоит. Ну да, без брата теперь остался. Ну вон, ничего, чувак же, ничего не обламывается. Вот бездомный, наверное, остался. Лег здесь, лежит, спит. Нормально ему все. Все нормально. Всякое бывает, говорит, всякое случается. Нифига себе, тут льдины. А что, метеоритный дождь, что ли, был или что? А что это падает? Не совсем понятно, но очень-очень сильно интересно, конечно же. Так, ну пойду прогуляюсь, посмотрю здесь что-нибудь еще. Так, что еще у нас где есть? Ага. То есть вот, еще даже вот картину. Даже картину его сняли, а? Великого Алексея Смертника. Остальных оставили. Ты смотри-ка, что творится-то, а? Что творится? Так, подвальчик. Надо бы в подвальчик бы попасть. Обалдеть, а что здесь такое произошло-то? Там, а что-то заколотили? Вот церковь, что ли, построили? Ну, правильно, чтобы грехи замаливать. Что еще делать-то? О, да вы что, страшно здесь как-то? А может и не страшно, не знаю. Нормально все. Нормальненько. Так, ну что ж. Что? Это прям в стене растет? Ну а что, нормально, за льдом далеко ходить не надо. Вон, в чай надо куда-нибудь подошел, отколол, в чай добавил, и нормальненько. И пофиг, что здесь в районе уже никто не живет. А что я, собственно, вообще сюда пришел? Для того, чтобы что? Чтобы прогуляться по райончику? Так, а дальше что-то есть интересное?
Что-то все дома какие-то состарились. Это много времени прошло, или я как-то неудачно проснулся? Или после этой всей фигни? Я что-то не помню, чтобы это раньше здесь было. Может быть, было. Опа, нифига себе. Меня дом даже к себе пускать не хочет. Говорит, куда собрался? Ну, говорит, пошел вон. Говорит, отсюда пошел вон. О, подожди, здесь карточка прямо перед... А, здесь открыто. Мне ключ, да, где-то найти надо? И где же мне ключ, интересно, найти? Где же ключик мне найти? И куда мне с ним пойти? Нифига себе здесь дует. Вы это подувало-то прикройте, тут вообще продует все, наверное. Блин, не пройти, не проехать, обо все здесь ходишь, что-то ударяешься, еще что-то делаешь. Даже смотри-ка. Я не понял, какого фига здесь ледышки с неба попадали, как это вообще произошло? Интересненько, интересненько. О, здорово, Джонни, ты все стоишь здесь? Плохо стоишь, иди он на улице где-нибудь постой, только стоит он здесь, понимаешь, и стоит, и стоит. Откуда они только такие берутся? Так, и чё? А нафига я сюда пришел? О, вот и ключ нашел. Кстати, а так реально можно ходить долго ключ искать. Вот и акула здесь. Без басика, без своего, между прочим. Не, кстати, ключ можно было реально долго ходить искать. Фортуна, так сказать, улыбнулась мне. Так, ну пойдем, пойдем, зайдем. Подвальчик. Глянем, что там, как подвал поживает. Столько лет спустя-то. Так. Я подвальчик сейчас. Так, Васильич! Ничего не понятно, но очень-очень интересно. Какая-то машина подъехала, какая-то машина уехала. И как-то вот так вот все дела. И почему я встаю у своей кровати, когда я просыпаюсь? И опа-оп-оп-оп, смотри. Так, интересненько, ну ладно. А что произошло? Это я же или это другой я? Опа. Здравствуйте. Это что там этот стоит? Птицелич что ли? У меня семечек нету. Так, а что это я здесь спать вообще лег? Что вообще произошло? Может быть я что-то не догоняю в этой жизни? Ну какие-то видимо интересности произошли. Или это Василич стоит? Да нет, это Птицелич. Сёмок нету, Сёмок нет, братан, иди к себе на район. Так, а чё это у меня бомба-то в машине? Зачем мне бомба в машине? Вот такие вот дела. Часики закрутились, это значит, что лайки намутились. Вот, отлично. Телевизор есть, вот музей здесь имеется. Можно в музей даже зайти. Можно в меню пойти. В меню не пойду, пойду в музей. Детектив Джек. Вот у нас был детектив Джек. Ники маленький и большой. Так, мистер Питерсон, Птицеличи. Так, тут опять бомбы какие-то стоят. Кошмарный сосед. Вы победили. Hello. Привет. И все, я лег спать.
Че вообще происходит? Так, ну ладно. Мне просто надо посмотреть на эту великолепную модельку, потому что мне заняться больше нечем. Так. Спасибо смертнику Missing Entity мини-сало. Хорошая концовка. Мод создан профессор Артем. Спасибо за игру. Насколько там, типа, оцените и вторую парт по 10-бальной шкале. Вот, вот так вот. Вот такие вот. Вот такой вот, ребят, у нас модик был. Все бы ничего, если бы не музыка соседа, на которой АП просто жалуется, прилетает. Ой, на который YouTube жалуется, прилетает авторские права нарушения. Я там не знаю, реально там. То есть у меня сейчас часов там 5, наверное, обрабатывалось. Он что-то обработал, что-то сделал. Я без понятия, что там вообще получилось. Что хорошего, что плохого, как говорится. Вот, как-то так. Нифига себе, у него глаза, он как будто увидел кого-то. Я уже, кстати, подзабыл, когда мы начинаем старшим играть, когда мы начинаем младшим. А, старшим, по-моему, просто приехали к дому. Да. Коробки занесли или где спать и проснулись, по-моему, ребенком. Вот, как-то так. Васильич очень у нас замечательно, замечательно выглядит. Что ж, ребят, ставим свои лайки, подписываемся на канал. Не забываем, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Я тут что-то после предыдущего видосика лягу, думаю, сейчас немножко поваляюсь. Совсем чуть-чуть. И в итоге что-то 4 часа поспал. Вот, снял финал, так сказать. На этом все, ребят. Это Nightmare Remastered у нас был. Или это Nightmare Neighbor был? На этот был Nightmare Neighbor Remastered. А я не знаю, что-то это был. Created by профессор Артем. На этом все, ребят. Спасибо, что остались со мной. Всегда ваш Леха Смерть. Вон, видите, птицы лишь бегает. Это он за вами побежал, потому что вы лайк не поставили. Так что влепи сейчас лайк, иначе птица лишь тебе ночью придет и унесет куда-нибудь. Все, давай. Увидимся. Всем пока. Ваш Леха Смертник. Покедова.